Существует три базовых интеллектуальных стратегии, три способа думать – системное, аналитическое и креативное мышление. На самом деле это мышление, которое определяется специфическими областями, зонами коры, которые в большей степени развиты у разных психологических типов. Поэтому есть больше креаторы, больше системщики, больше аналитики там, и так далее. Но когда вы строите бизнес, когда вы организуете свою вот бизнес-модель, когда вы управляете людьми, когда вы принимаете стратегические решения по развитию вашего бизнеса, вы должны использовать все три стратегии. И это очень сложно. И вот для того, чтобы решить эту задачу, я придумал специальную технологию. Она разработана, многократно апробирована и приносит хорошие результаты, которая получила название «Векторное кольцо», которое включает в себя как раз три составляющих. И для этого я сделал онлайн-курс. Надеюсь, он будет вам полезен.